Театр начинается с вешалки, а медицинский колледж – с белого халата. Студенты и педагоги Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2 отметили 60-летие учебного заведения. Круглая дата совпала с Днем учителя. На двойной праздник попала наша съемочная группа. Белые халаты и учебники сегодня отложили в сторону. Вместо пар у будущих медиков – танцы, песни и стихотворения. Ведь юбилей «Альма-Матер» празднуют не каждый день. Фармацевты, фельдшеры, лаборанты, медицинские сестры. В колледже открыто 4 направления. Студенты проходят практику в люберецких больницах, лабораториях и аптеках. А после обучения становятся высококвалифицированными специалистами. Ведь знания им передают профессионалы. Преподавательский состав у нас более 50 человек. Все преподаватели у нас имеют много состава, это высшую категорию. У нас есть также несколько преподавателей-кандидаты и педагогических, и химических наук. Признание педагоги получают не только от коллег, но и от студентов. Артемий Кудрявцев и Татьяна Лытова учатся у преподавателей и медицине, и человеческим качествам, которыми нужно обладать в этой профессии. Воспитывается, мне кажется, сострадание все-таки. Для медицинского работника это важно. Ответственность воспитывается. Очень квалифицированные все преподаватели, с большим стажем. Мне нравится, что они очень интересно объясняют материал. Стараются, чтобы мы все запоминали. Если вдруг у нас возникает, ну нам нужна помощь, например, то они готовы всегда ее оказать. Помогают здесь с 1961 года. Именно тогда в Люберцах открыли медицинское училище. Первыми студентами стали 150 человек. Они учились в полуподвальных помещениях жилых домов до тех пор, пока им не предоставили здание на улице Красная. Это был наш первый дворец после полуподвальных помещений. В 1987 году медицинское училище переезжает в новое здание по улице Мира, 6А, вот где мы сейчас и находимся, где мы с вами сейчас и ведем беседу. И у нас появляется новый учебный комплекс. Здание на улице Мира стало домом для преподавателей и студентов Люберецкого медицинского училища. В 1993 году образовательное учреждение получило статус колледжа. Сейчас здесь учатся более 600 юношей и девушек из разных уголков страны. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.